Привет! Мы сегодня с утра занялись уборкой, побыли сосели, помыли полы, помыли ванную, поубирали везде. У нас теперь чистота и порядок. А теперь мы едем к Стаса другу. Там соберутся все русскоговорящие с работы Стаса. Вот. Вместе с детьми, так что Кирюшка тоже развлечется, а мы пообщаемся. Мы ждем папу с Аней, они спускаются на лифте. Да? Ку-ку. Привет. Опа. Папа спустился не на лифте. Все, мы уже на остановке. Ждем наш автобус. 3 минуты. Это, конечно, нечто. Вот это мы пробежку совершили. Признаем, надо будет снова пикнуть. Да? Чего? Положим так. Он денег не снимет за эту повестку, но нужно зарегистрировать. Тут магазинчик. Можно купить что-то поесть, посидеть, поесть. В автобусах, как и в электричках, есть вот места для колясок и для инвалидов. Во-вторых, когда останавливается автобус, то он наклоняется, чтобы было удобнее съезжать коляскам, ну, выходить на бордюр. И еще есть вот такой вот трап. Когда инвалид хочет выехать на коляске, то выходит водитель и опускает вот такой вот трапчик, ну, мостик, и выкатывает его. А также, ну, он же и закатывает его. Сервис. Жить в Германии людям с ограниченными возможностями можно, и вести полноценную жизнь можно. Мы приехали! Ура! А как, какой этаж? Кому-то есть 4 ребёнка в семье. Вам там сказала. А я 4 обычно ни одного возраста. Там на самом деле уже пионерного. Ты уже не участвуешь в этом отеле. Они сами между собой варятся. Она хочет пиццу кусок. Ну и чё белокой чувство? Не знаю, я просто пришла, смотрю. Коля увидел этого мальчика. Она епископ может получить. Все скушаем. Все добавим. Сережа, ты дополняй. Ребята играют в титады. Ну, в Германии, я думала, такого не увижу. Але ж ні. Хотя он остановка, это заправка. Ну, заправка рядом есть. Сидим на вокзале, ждем электричку. Отлично погуляли у ребят. Дети надурелись, мы наболтались. И теперь мы едем домой. Не знаю, чем мы займемся дома. Планов много. Приедем, решим. Что? Мы ляжем спать. Да, планов много, мы, наверное, мы ляжем спать. Она всегда так делает. Ай-яй-яй-яй-яй.